первый слой впечатлений от встречи с этой новинкой, и, наверное, может быть, для тех, кто еще не встречал такой, в принципе, в сказочном мире этот формат таких стихотворений в таком формате представления, он происходит впервые, начался со «Звездной капели». Это цветная такая иллюстрация на обратной стороне, которые представлены стихотворения и QR-код для прослушивания авторского прочтения. И вот, не знаю, ну, первое впечатление, когда встретился с этим изданием, у меня обратилось на иллюстрацию. Не знаю, но у меня даже, наверное, родилось слово, что это картина такая сказочная, такая мощная, действительно, здесь такие насыщенные цвета, все необыкновенное, и при этом, ну, это, очевидно, какой-то сказочный мир, какое-то сказочное место, светлое, согретое солнцем. И вот встреча с этой картиной, она несет такой, ну, настрой на позитив и какое-то воодушевление, какой-то подъем. Вот она такая жизнедательная для меня ощутилась, источающая такую энергию созидания. И ощущение вот этого пути такого прекрасного, гармоничного. Вот эта иллюстрация, эта картина, она, вот это пространство позволяет это почувствовать. Меня очень тронула та проникновенность, с которой эти сокровенные, наверное, строки, очень, очень глубокие, глубокого содержания, касающиеся мечты, вот глубины переживаний. Как они прочтены и как они, ну, касаются, обращаются к каким-то очень глубоким устремлением, осознанием внутри меня, как слушателя, который встречается с этим содержанием и с этим авторским характером, авторским прочтением. Я так ощутил, что они знакомятся с мечтой этого героя, и какая она эта мечта, к чему она ведет, и помогают, обращают вот и иллюстрация, и содержание, и авторское прочтение, они вот какой-то процесс внутри запускают осознание, осмысление, сверение, как для меня это как маяк такой, который зажегся, и такие какие-то внутренние процессы внутри пробуждает к ощущению красоты, обращению красоты. И мне очень ценно, что это издание запускает такие очень жизненно важные процессы осознания, понимания, сверения, каких-то внутренних ориентиров с той мечтой, которая живет в сердце этого героя и который он так сокровенно и открыто делится со мной, как с читателем и слушателем. Комплектность изданий, песни, к ней приложений, создающие возможности именно воспринять вот всеми каналами такими, которым доступно образное восприятие. И здесь тоже и цветная картина, и текст в определенном этом оранжевом цвете, и авторское прочтение. То есть здесь тоже такое вот погружение происходит благодаря множеству каналов, которые воздействуют восприятие этого. Все это настолько, как это в сказочном мире бывает, с одной стороны просто, без каких-то там затей, с другой стороны настолько вот это само содержание и сам характер исполнения этого содержания, оно являет собой всю, как бы, всю силу, всю, собственно, является определяющим в этом. Порывы вдохновения, которые это издание дарит, то энергию, которую она наполняет, созидательной, это бесценно. Да, источник такой однозначно для позитивного наполнения и, ну что, ну чтобы силы получать. Вот я однозначно ощущаю в этом источник такой, таких душевных сил.